Вот уже 5 лет на территории городского поселения Горки Ленинский успешно работает и развивается досуговый центр «Юность». Его прекрасное название говорит само за себя. Здесь в первую очередь дети, школьники и молодежь могут найти много интересных занятий. Сегодня мы с вами рисуем солнечный цветок. Как вы помните, какой цветочек наблюдает за солнышком, кто знает. Здесь, в максимально ненавязчивой обстановке, дети развивают свои художественные способности. Уже много лет у нас есть такая творческая студия, в которой детки учатся узнавать новые цвета, смешивать краски. Вот. Они учатся видению, то есть развивают фантазию, воображение, эстетические качества. Мальчишки же в основном выбирают спортивные секции – баскетбол, волейбол, хоккей, и особенно они любят футбол. Мы здесь играем в футбол. Ну, тренировка у нас проходит в 5 часов до 7. Мы делаем разные упражнения, потом бьем по воротам и в конце играем в футбол. В досуговый центр «Юность» ходят целыми семьями. Например, Надежда не только посещает группу «Здоровье для мам», но и приводит сюда своих детей. Согласитесь, это очень удобно. Все трое моих детей сюда приходят, им всем нравится восточными танцами, фитнесом и рисованием. И хотя дети и молодежь – основная целевая аудитория досугового центра, но двери «Юности» открыты для людей любого возраста. Каждому жителю в нашем центре найдется занятие, вне зависимости от возраста. У нас есть хор от всей души. Очень мы гордимся тем, что в деревне Калиновка открылся новый ансамбль русской песни и танца «Калинушка». И пусть распоряжение клуба пока только 3 помещения, хочется верить, что это только начало. Ведь такая важная задача – объединять людей и давать им возможность развиваться – актуальна во все времена. Екатерина Коваленко, Владимир Андрианов и Елена Кошлева. «Видное ТВ».